Старшеклассникам Красноярска разрешили вернуться на очное обучение. Пока это только рекомендация Министерства образования. Прийти на уроки с 7 декабря предлагается ученикам 9 и 11 классов. Им нужно готовиться к выпускным экзаменам, объясняют власти. В небольших же школах в Канске, Назарове, Бородино министерство предложило выйти и пятиклассникам. Однако только после решения каждого из муниципалитетов, исходя из эпид-обстановки. Но налаживается она не везде. Части городов все же рекомендовали повременить с выходом на очку. Но есть пока несколько территорий, которым мы рекомендовали выйти на свои муниципальные штабы, проконсультироваться с местным здравоохранением, чтобы принять решение. Это касается закрытых наших городов, Зеленогорск, Железногорск. Пока мы вот в той динамике, которую видим, например, даже по городу Красноярску, там Назарово, мы пока в Железногорске этого не увидели. Поэтому предложили им проанализировать ситуацию и, возможно, пока повременить с таким выходом в очную форму, на очную форму.